На Китае обрушился мощнейший за 30 лет тайфун Нида. Стихия полностью парализовала жизнь Гонконга. Закрыты школы, офисы, остановились даже торги на бирже. Не работает общественный транспорт, отменены десятки авиарейсов. Из-за сильных волн приостановлено и паромное сообщение. Скорость ветра в городе достигала 160 км в час. Циклон с легкостью вырвал с корнем деревья, валил рекламные щиты. Вдобавок к этому на мегаполис обрушился тропический ливень. Местная обсерватория объявила 8-й уровень штормового предупреждения по 10-бальной шкале. Сейчас циклон направляется на северо-запад Китая.